Кубков и дипломов, завоеванных воспитанниками танцевальной студии «Навигатор», не перечесть. Недавно они взяли новую высоту – чемпионат Европы по спортивным дисциплинам диско и диско-фристайлу. 16 стран-участниц и более 1000 танцоров – такие масштабы для Беларуси в новинку. Студия современного танца «Навигатор» представляла нашу страну в номинации «Стрит-шоу». Ребята в номинации «Юниоры Формейшн» выступили очень достойно. Соперник был очень сильным, все решали, можно сказать, десятые доли баллов. Уровень подготовки соперников казался крайне высоким, поэтому в своей победе пинчане не были уверены на 100%. Когда я увидел, как танцуют соперники, то у меня закрадывалось мнение, что, наверное, мы сегодня будем получать первый горький опыт в этом отношении, но, как, скажем, сложилось, ребята не затушевались, ребята проявили себя с лучшей стороны. Ребята предстали перед жюри в образе пауков. Задача максимума тренера – технично и эмоционально показать свой номер. Оказавшись на сцене, дети показали наилучший результат, забыв про соперников и баллы. Успех нашей студии, как бы, это, наверное, заслуга самих детей, потому что очень морально было тяжело выдержать ту атмосферу. Представьте себе, 1000 танцоров, и каждая команда очень активно поддерживает себя. Успешное выступление «Навигатора» надломило боевой дух других команд. Пытаясь показать все, на что способны, участники допускали ошибки. Превзойти результат пинчан никому так и не удалось. Запоминающиеся костюмы, эффектная постановка и техничное исполнение – секрет успеха, по мнению самих участников. Нам было очень весело, и мы хотели выиграть первое место. Мы старались, наши родители – самые лучшие. Они нас поддерживали во всем, кричали на всю мощь, что они умели. На сцене мы старались, а так мы отрабатывали все сложнее и сложнее. Сначала было очень страшно, а когда стали на сцену, уже было не так сильно. У нас в номере, получается, была идея. Также у нас были очень красивые костюмы. И, думаю, этим мы поразили жюри, а также у нас была очень хорошая техника. Не успев насладиться победой, ребята отправились на тренировки. Ведь приз победителя стал не только признанием мастерства юных танцоров и их преподавателя, но и мотивацией добиваться еще более высоких целей.